Добрый день, дорогие друзья! Программа «Большая музыка для маленьких» приветствует вас в Рахманиновском зале Московской консерватории. В это трудно поверить, но сегодня мы открываем 8-й сезон нашего проекта. И у меня в руках есть программа наших встреч. Надеюсь, у всех у вас такая же в руках. И, как вы уже можете убедиться, нас ждет множество интересных музыкальных встреч, общений и музыкальных радостей всяческих. Итак, лето закончилось. Безусловно, грустно, правда же? Да. Ну и поэтому мы решили сегодня вас немножечко взбодрить, придумали не совсем обычный для нас формат, в котором вы будете не только слушать много новой музыки, не только традиционно смотреть мультфильмы, но и познакомитесь с тем, как проводили летние каникулы ваши сверстники в не таком далеком 20 веке. А помогут нам в этом замечательные писатели Носов, Зощенко, Голявкин и Драгунский. Я надеюсь, что те, кто не читал эти книги, этих писателей, сразу же сегодня начнут и приступят к чтению. Но тем не менее, главным героем нашей программы всегда является кто? Музыка, конечно же. И сегодня это будут произведения величайших композиторов 20 века. Первым из них является сегодня к нам Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Вы знаете, Шостакович уже в 13 лет поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию. А в 15 начал работать музыкальным иллюстратором, топером. А кто такой топер? Ты знаешь? Ты знаешь, ты мне сейчас скажешь, да? Это вообще удивительная редкость, чтобы знал человек, кто же такой топер. Ну, я думаю, что топер — это такой художник. Ну, где-то это художник, безусловно, но не совсем. Кто же такой топер? Дети, знаете? Ты правда знаешь или так думаешь? Давай я сейчас тебе скажу, а ты запомнишь. Топер — это музыкант, который сопровождает кинофильмы, потому как в то время кинофильмы были все беззвучные, артисты не говорили на экране, они только действовали, а топеры сопровождали действия. И Шостакович стал таким вот топером в 15 лет, представляете? Впоследствии он станет весьма серьезным композитором, напишет целых 15 симфоний и много другой сложной музыки. Но сегодня мы услышим очень интересный образец, может быть, его сочинений, совсем не свойственный для него. Мы услышим песню о встречном. Эта песня была написана к одноименному фильму, а затем впоследствии, уже позже, вошла частично в оперету того же Шостаковича «Москва черемушки». Песню Шостакович написал в 1932 году.
И практически в это же время писатель Михаил Зощенко создает рассказы для детей, один из которых мы предлагаем вашему вниманию. Михаил Зощенко, «Великие путешественники». Когда мне было 6 лет, я не знал, что Земля имеет форму шара. Но Степка, хозяйский сын, у родителей которого мы жили на даче, объяснил мне, что такое Земля. Он сказал: «Земля есть круг. И если пойти все время прямо, то можно обогнуть всю землю, и все равно придешь в то самое место, откуда вышел». На огороде Степка устроил общее собрание путешественников. И там он сказал мне и Лёле: «Завтра, когда ваши родители уедут в город, а моя мамаша пойдет на речку стирать, мы сделаем, что задумали. Мы пойдем все прямо и прямо, пересекая горы и пустыни, и будем идти напрямик до тех пор, пока не вернемся сюда обратно. Хотя бы на это у нас ушел целый год». Лёля сказала: «А если, Степочка, мы встретим индейцев?» «Что касается индейцев, — ответил Степа, — то индейские племена мы будем брать в плен». Лёля сказала: «А из моей копилки я возьму 3 рубля. Я думаю, что нам хватит этих денег». Степка сказал: «3 рубля нам, безусловно, хватит, потому что нам деньги нужны только лишь на покупку семечек и конфет». Степка сбегал в сарай и принес оттуда большой мешок из-под муки. В этот мешок мы стали собирать вещи, нужные для далеких путешествий. Мы положили в мешок хлеб, сахар, кусочки сала, потом положили разную посуду, тарелки, стаканы, вилки, ножи. Потом, подумавши, положили цветные карандаши, рукомойник и увлечительное стеклышко для зажигания костров. И кроме того, запихали в мешок 2 одеяла и подушку от тахты. Помимо этого, я приготовил 3 рогатки, удочку и сачок для ловли тропических бабочек. И на другой день мы покинули нашу деревню Пески. Мы пошли по дороге через лес. Впереди бежала Степкина собачка, Тузик. За ней шел Степка с громадным мешком на голове. За Степкой шла Лёля со скакалкой. И за Лёлей с 3 рогатками, сачком и удочкой шел я. Мы шли около часа. Наконец Степка сказал: «Мешок дьявольски тяжелый. Я один его не понесу. Пусть каждый по очереди несет этот мешок». Тогда Лёля взяла этот мешок и понесла его. Но она недолго несла, потому что выбилась из сил. Она бросила мешок на землю и сказала: «Теперь пусть Минька понесет». Когда на меня взвалили этот мешок, я ахнул от удивления, до того этот мешок оказался тяжелым. Но я еще больше удивился, когда зашагал с этим мешком по дороге. Меня пригибало к земле, и я как маятник качался из стороны в сторону, пока, наконец, пройдя 10 шагов, не свалился с этим мешком в канаву. И хотя я был легкий, тем не менее я ухитрился разбить все стаканы, почти все тарелки и глиняный рукомойник. Лёля и Стёпка умирали от смеха, глядя, как я барахтаюсь в канаве, и поэтому не рассердились на меня, узнав, какие убытки я причинил своим падением. Тут Стёпка решил сделать привал. Он сказал: «Всякий раз, когда мы будем отдыхать или когда будем ложиться спать, я буду протягивать ноги в том направлении, в каком надо идти». Все великие путешественники так поступали, и благодаря этому не сбивали со своего пути. Степка сел у дороги, протянув вперед ноги. Мы развязали мешок и начали закусывать. Мы ели хлеб, посыпанный сахарным песком. Вдруг над нами стали кружиться осы. Одна из них, желая, видимо, попробовать мой сахар, ужалила меня в щеку. Вскоре щека вздулась, как пирог, и я по совету Степки стал прикладывать к ней мох, сырую землю и листья. Перед тем, как пойти дальше, Степка выкинул из мешка почти все, что там было, и мы пошли налегке. Я шел позади всех, скуля и хныча. Щека горела и ныла. Лёля тоже была не рада путешествию. Она вздыхала и мечтала о возвращении домой, говоря, что дома тоже бывает хорошо. Наконец стало темнеть. Степка бросил мешок на землю, и мы решили тут заночевать. Мы собрали хворосту для костра, и Степка извлек из мешка увеличительное стеклышко, чтобы разжечь костер. Но не найдя на небе солнца, Степка приуныл. Мы тоже огорчились и, покушав хлеба, легли в темноте.
Степка торжественно лег ногами вперед, говоря, что утром нам будет ясно, в какую сторону идти. Степка тотчас захрапел, и Тузик тоже засопел носом. Но мы с Лёлей долго не могли заснуть. Нас пугал темный лес и шум деревьев. Наконец мы задремали. Я проснулся от того, что Лёля теребила меня за плечи. Было раннее утро, и солнце еще не взошло. Лёля шепотом сказала мне: «Минька, пока Степка спит, давай повернем его ноги в обратную сторону, а то он заведет нас, куда Макар телят не гонял». Мы посмотрели на Степку. Он спал с блаженной улыбкой. Мы с Лёлей ухватились за его ноги и в одно мгновение повернули их в обратную сторону, так что Степкина голова описала полукруг. Но от этого Степка не проснулся. Он только застонал во сне, замахал руками, бормоча: «Сюда, ко мне!» Наверное, ему снилось, что на него напали индейцы, и он зовет нас на помощь. Мы стали ждать, когда Степка проснется. Он проснулся с первыми лучами солнца и, посмотрев на свои ноги, сказал: «Хороши бы мы были, если б я лег ногами куда попало. Вот бы мы и не знали, в какую сторону нам идти. А теперь, благодаря моим ногам, всем ясно, что надо идти туда». И Степка махнул рукой по направлению дорогой, дороги, по которой мы шли вчера. Мы покушали хлеба и двинулись в путь. Дорога была знакома, и Степка то и дело раскрывал рот от удивления. Тем не менее он сказал: «Кругосветное путешествие тем и отличается от других путешествий, что все повторяется, так как Земля есть круг». Позади раздался скрип колес. Это какой-то дяденька ехал в пустой телеге. И Степка сказал: «Для быстроты путешествия, чтобы скорее обогнуть Землю, не худо бы нам сесть в эту телегу». Мы покатили. Ехали не больше часа, и вдруг впереди показалась наша деревня Пески. Степка, раскрыв рот от изумления, ахнул: «Вот деревня, в аккурат похожая на нашу деревню Пески. Это бывает во время кругосветных путешествий». Но Степка еще больше изумился, когда мы подъехали к пристани. Мы вылезли из телеги, и сомнения не оставалось. Это была наша пристань, и к ней только что подошел пароход. Степка прошептал: «Неужели мы обогнули Землю?» Лёля фыркнула, я тоже засмеялся. И тут мы увидели на пристани наших родителей и нашу бабушку. Родители засмеялись от радости, что увидели нас, а бабушка, сорвав ветку, сказала: «Я предлагаю выпороть детей. Миньку пусть выпорет мама, а Лёлю я беру на себя». Мама, вздохнув, сказала: «У меня дурацкие дети. Идти в кругосветное путешествие, не зная таблицы умножения и географии, ну что это такое?» А папа сказал: «Мало знать географию и таблицу умножения. Чтобы идти в кругосветное путешествие, надо иметь высшее образование в размере 5 курсов. Надо знать все, что там преподают, включая космографию. А те, которые пускаются в дальний путь без этих знаний, приходят к печальным результатам, достойным сожаления». С этими словами мы пришли домой и сели обедать. Наши родители смеялись и ахали, слушая наши рассказы о путешествии. Что касается Степки, то его мамаша заперла в бане. И там наш великий путешественник просидел целый день. А на другой день мамаша его выпустила, и мы с ним стали играть, как ни в чем не бывало. А остается еще сказать несколько слов о Тузике. Тузик бежал за телегой целый час и очень переутомился. Прибежав домой, он забрался в сарай и спал там до вечера. А вечером, покушав, снова заснул. И что он видел во сне, остается покрытым мраком неизвестности. Шостакович практически не писал музыку для детей. Исключение составляет цикл пьес «Танцы кукол», гавот из которого мы сейчас и услышим. Thank you.
Друзья, вы любите стихи и сказки Чуковского? Да! Я была уверена, что я услышу этот ответ. А может кто-нибудь мне назвать, ну, несколько сказок или стихов? Кто-нибудь знает? «Мой Тадыр». А что еще? «Тараканище». Говори, как... «Доктор Айболит». Отлично! Еще «Федорино горе», правда? «Чудо-дерево». «Чудо-дерево», ты молодец. Редкое вообще название. Так. «Муха-цокотуха». Молодец. А ты читал? Слушал? Так. «Бармалей». Ну, «Бармалей» был самым громким. И ты хотела? «Айболит». Ну, в общем, я поняла. Все знают. Вот еще есть одна у нас рука, последняя, да? И я вот ее хочу попросить сказать. Про Колобка. Это интересный поворот. Может быть, мы что-то не знаем, друзья. Но, тем не менее, возможно, возможно. Итак, сейчас мы с вами несколько раз упомянули «Мойдодыра», да? Это, наверное, одно из самых первых произведений вообще, с которым знакомится ребенок. Вот вы, ваши родители, бабушки и прабабушки. И сейчас мы с вами узнаем интересную вещь. Дело в том, что есть мультфильм, я думаю, вы все его видели. Этот мультфильм, по сути, детская опера. И музыку к «Мойдодыру» сочинил замечательный композитор, современник Шостаковича Юрий Левитин. На экран. Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок, ты чернее трупа чисто, полюбуйся на себя. У тебя на шее бакса, у тебя под носом клякса, у тебя такие руки, что сбежали даже брюки. Даже брюки убежали от тебя. Композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович увлечен, как и многие его ровесники, новомодными танцами, танго, фокстротами, и, вы знаете, даже польками, которые стали немножко другими, они приобрели более современное звучание. Именно в это время Шостакович пишет балет «Золотой век», в котором есть и танго, и фокстроты, и польки. И одно из этих полек, которое называется «Однажды в Женеве», мы сейчас и услышим. Thank you.
Наша следующая литературная встреча сегодня будет с писателем Виктором Голявкиным. Он написал множество детских рассказов, и среди них сборники, тетрадки под дождем, «Мой добрый папа», «Удивительные дети». Если вы их еще не читали, срочно восполните этот пробел. Итак, Виктор Голявкин. Виктор Голявкин «Еще рано». Ника учился плавать давно, еще зимой. Он быстро ходил по комнате и разводил перед носом руками. Вот так, раз-два, раз-два. И получалось совсем неплохо. Стиль брас. И при этом он фыркал, будто в воде, но как настоящий пловец. Он не раз видел, как плавают, даже видел, как чемпион плавал. Чемпион точно так же фыркал и разводил точно так же руками. Чемпион, правда, плыл в бассейне, а Ника ходил по комнате. Но надо же научиться когда-то. Не сразу же начинать, постепенно надо. Бабушка, видя, как Ника старается, говорила: «Вот так, вот-вот, хорошо, и еще». И Ника вовсю старался. Ходил и фыркал. Но вот и лето пришло. Поехал Ника в деревню. В деревне пруд. Большущий такой-пребольшущий. Пошел Ника к пруду. Замечательный пруд. Стоит Ника, смотрит, а в воду влезть не решается. Ребята плескаются, плавают, а он стоит и смотрит. Ему кричат: «Ты чего рот разинул? Иди сюда, вода теплая!» «Я потом», — отвечает Ника. А про себя думает: «Еще рано. Нужно еще подучиться зимой. Потренироваться. Дома как-то спокойнее. Спешить-то некуда, не последнее лето. Будет ведь лето еще». И верно. Будет зима, потом будет лето, потом снова будет зима, потом опять лето. Что верно, то верно. А сейчас вы увидите настоящий раритет. Это будет фрагмент мультфильма «Глупый мышонок». Мультфильм был создан в 1940 году. И музыку к нему написал Дмитрий Шостакович. Тему колыбельной мы с вами сейчас интересно продолжим. На экране вы видите Тихона Хлебникова. Ему принадлежит множество известных песен и киномузыки, и много серьезных также произведений, не только киномузыки, симфоний, камерных произведений. Так вот, одна из самых известных песен Тихона Николаевича – это «Колыбельная Светланы» из фильма «Гусарская баллада», и мы сейчас ее с вами послушаем. Ночь, как дети, цветная.
Композитора, которого вы видите на экране, я надеюсь, узнают многие. Нет? Значит, вы не были на нашей программе «Прокофьев-сказочник». А это именно он, Сергей Сергеевич Прокофьев, молодой, импозантный, как раз в то время, когда он сочинил первую симфоническую сказку для детей «Петя и Волк». Небольшой фрагмент, триумфальный марш из этой сказки мы сейчас с вами и услышим. Самые серьезные композиторы никогда не забывают, что они были детьми. И многие из них навсегда сохранили детское восприятие. Вот и Мечислав Вайнберг, абсолютно взрослый, серьезный человек, автор опер-симфоний, однажды написал песенку. Вы знаете, какую он песенку написал? Вы даже не догадываетесь, а написал он песенку Винни-Пуха. Если я чешу затылки, не беда, в голове моей опилки, да-да-да. Но хотят-то мы опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и запилки, сочиняю я неплохо иногда, да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да! Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу, трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Ну, вы представляете, вот серьезнейший композитор, даже не верится. Когда Сергей Сергеевич Прокофьев написал музыку к балету «Ромео и Джульетта», многие слушатели не осознали всей красоты и значимости этого произведения. Было обидно до слез. Ведь даже родилась поговорка, перефразируя известную: «Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете». Однако прошло совсем немного времени, и балет «Ромео и Джульетта» занял прочное место в ряду величайших классических произведений. Мы сейчас услышим небольшой фрагмент пьесу «Меркуцио».
это характеристика Меркуцио, который был лучшим другом Ромео. Послушаем ее. Рассказы Носова читают дети всех возрастов. Да что говорить, вот даже я их читаю с удовольствием. Скажите, пожалуйста, а в чем секрет популярности Носова? Вот почему мы возвращаемся к этим рассказам? Я надеюсь, что вы читали, слушали. Вот какие рассказы Носова? Кто-нибудь мне может сказать? Какие? Вот сейчас вот я видела первую руку, давай. Фантазеры. Ты читал «Фантазёры». Ну и какие они? Веселые, да. Кто еще скажет? «Колобок» я читала. «Колобок» читала, но опять-таки, да? «Живая шляпа». И какая она? Кот. «Незнайка на луне». Ну что в этом «Незнайке» такого, что прямо его все читают, и дети, и взрослые? «Незнайка и его друзья». Мишкина каша. Вот вы все называете разные названия, да вы все их читали. Витя Малеев в школе и дома. Тоже замечательная, кстати, книга, это повесть. Друзья мои, но этих у всех рассказов есть одно очень важное общее качество. Еще «Незнайка» обычный, «Незнайка». Из луны, да, просто «Незнайка». И в «Солнечном городе», да? Да. Я хочу сказать, что все эти рассказы радуют нас прежде всего чем? Юмором. Нам всегда приятно их читать, потому что даже самое плохое настроение после Носова становится совершенно другим, солнечным. И сейчас мы услышим великолепный образец прозы Носова, который называется... Николай Носов. Тук-тук-тук. Мы втроем, я, Мишка и Костя, приехали в пионерлагерь на день раньше всего отряда. У нас было задание — украсить помещение к приезду ребят. Мы сами попросили нашего вожатого Витю отправить нас вперед. Нам очень хотелось поскорее в лагерь. Витя согласился и сам поехал с нами. А вечером вожатый Витя уехал обратно в город. Марья Максимовна, лагерный сторож, сказала, чтобы мы шли ночевать к ней, но мы не захотели.
Мишка сказал, что мы ничего не боимся и будем ночевать одни в доме. Мария Максимовна ушла, а мы поставили во дворе самовар, сели на крылечке и отдыхали. Хорошо было в лагере. Возле самого дома росли высокие рябины, а вдоль забора огромные старые липы. На них множество круглых вороньих гнезд. Самовар вскипел, мы перенесли его в комнату, зажгли лампу и сели пить чай. Все было как-то необыкновенно. Тихо так, только самовар на столе шумит. Мы сидим и чай пьем, сами себе хозяева. После чая Мишка запер на крючок дверь и еще веревкой за ручку привязал. «Чтоб не забрались разбойники», — говорит. «Не бойся, — говорим мы, — никто не заберется. А я не боюсь. Так, на всякий случай. И ставни надо закрыть». Мы посмеялись над ним, но ставни все-таки закрыли. На всякий случай. И стали укладываться спать. Сдвинули три кровати вместе, чтобы удобнее было разговаривать. И Мишка стал просить пустить его в середину. Костя говорит, «Ты, видно, хочешь, чтобы разбойники сначала нас убили, а потом только до тебя добрались? Ну ладно, ложись». Пустили его в середину. Но он все равно, должно быть, боялся. Взял в кухне топор и сунул его себе под подушку. Мы с Костей чуть со смеху не лопнули. «Ты только нас не заруби по ошибке», — говорим. «А то примешь нас за разбойников и тяпнешь по голове топором». «Не бойтесь», — говорит Мишка, — «не тяпну». Потушили мы лампу и стали в темноте рассказывать друг другу сказки. Сначала рассказал Мишка, потом я, а когда очередь дошла до Кости, он начал какую-то длинную страшную сказку о колдунах, о ведьмах, о чертях и о Кощее Бессмертном. Мишка от страха закутался с головой в одеяло. Наконец Костя унялся, Мишка успокоился и уснул. Стало тихо. Мы с Костей почему-то долго не могли уснуть. «Темно, как в погребе», — сказал Костя. «Это потому, что ставни закрыты», — говорю я. «А все-таки мы храбрые, не боимся одни ночевать», — говорит Костя. Скоро чуточку посветлело. Стали видны щели в ставнях. «Наверное, уже рассвет», — говорит Костя. «Теперь ночь совсем короткая. А может, луна взошла?» Наконец я задремал. Вдруг слышу сквозь сон. Тук, тук, тук. Я проснулся. Мишка и Костя спят. Я разбудил Костю. «Кто-то стучит», — говорю. «Кто же может стучать?» «А вот послушай». Прислушались мы тихо. Потом снова тук, тук, тук. «В двери стучат», — говорит Костя. «Кто же это?» Подождали мы. Не стучат больше. «Может быть, показалось, — думаем. Вдруг опять тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Тише, — шепчет Костя. Не надо отзываться. Может быть, постучит и уйдет. Подождали. Вдруг снова тук-тук-тук. Тра-та-та. Чтоб тебя разорвало, — говорит Костя. Не уходит. Может быть, это из города кто-нибудь приехал, — говорю я. Зачем же в такую поздноту ездить? Подождем. Если постучат еще, спросим. Ждем. Никого нет. Наверное, ушел, — говорит Костя. Только мы было успокоились, вдруг снова тра-та-та-та-та. Я подскочил с постели. Пойдем, говорю, спросим. Пойдем. Крадемся мы к двери. Кто там? Спрашивает Костя. Тихо. Никто не отвечает. Кто там? Молчит. Кто там? Никакого ответа. Наверное, ушел, говорю я. Пошли мы обратно. Только отошли от двери, тук-тук-тук, тра-та-та-та-та, бросились снова к дверям. «Кто там?» «Молчит. Он что, глухой, что ли?» — говорит Костя. Стоим мы, прислушиваемся. За дверью будто об стенку кто-то трется. «Кто там?» Ничего не отвечает. Отошли мы от двери, вдруг снова тук-тук-тук. Забрались мы на кровать. Дышать боимся. Сидели-сидели, не стучит больше. Легли, думаем, не будет больше стучать. Тихо. И вдруг слышим, шуршит по крыше. Вдруг по железу. Бух-бух-бух-бух-бух. «На крышу забрался», — прошептал Костя. И вдруг с другой стороны. Бум-бум-бум-бум. «Да тут не один, а двое», — говорю я. «Что ж это они крышу разобрать хотят?» Вскочили мы с кроватей, закрыли дверь в соседнюю комнату, откуда был ход на чердак. К двери стол придвинули. И еще другим столом и кроватью подперли.
а на крыше все стучат. То один, то другой, то вместе разом. Еще третий к ним прибавился. Еще кто-то снова в дверь колотить начал. Может быть, это кто-нибудь нарочно, чтобы напугать нас, говорю я. Выйти, говорит Костя, да накостылять им по шее, чтоб не мешали спать. Еще нам, говорю, накостыляют. Вдруг их там человек 20. А может, это и не люди? А кто же? Черти какие-нибудь. Брось, говорю, сказки рассказывать, и без сказок страшно. А Мишка спит и ничего не слышит. Ему хоть бы что. Устали мы, прямо с ног валимся. Спать хочется. Костя забрался в постель и говорит, надоела мне вся эта музыка. Пусть там хоть себе головы расшибут на крыше. Очень мне нужно обращать внимание. Я вытащил у Мишки из-под подушки топор, положил его рядом с собой в кровать и тоже прилег отдохнуть. Стук на крыше становился все чаще и тише. Мне стало казаться, что это дождь по крыше стучит, и я не заметил, как снова уснул. Утром просыпаемся от страшного стука. Во дворе шум и крик. Я схватил топор, подбежал к двери. «Кто там?» – спрашиваю. И вдруг слышу голос Вити, вожатого. «Откройте, ребята! Что там с вами случилось? Полчаса достучаться не можем!» Я открыл дверь, и все ребята гурьбой ввалились в комнату. Витя увидел топор. «Зачем топор?» – спрашивает. «И что у вас за разгром такой?» Мы с Костей стали рассказывать, что здесь ночью случилось. Но никто нам не верил. Все смеялись над нами и говорили, что это нам с перепугу показалось. Мы с Костей чуть не плакали от обиды. Вдруг сверху послышался стук. «Тише!» – закричал Костя и поднял палец кверху. Ребята умолкли и стали прислушиваться. Тук-тук-тук – стучало что-то по крыше. Ребята застыли от удивления. Мы с Костей открыли дверь и потихоньку вышли во двор. Все пошли за нами. Мы отошли от дома в сторону и взглянули на крышу. Там сидела обыкновенная ворона и что-то клевала. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, стучала она по железу клювом. Ребята увидели ворону и расхохотались так громко, что ворона захлопала крыльями и улетела. Ребята сейчас же притащили лестницу, несколько человек забрались на крышу посмотреть, что там клевала ворона. Здесь прошлогодние ягоды рябины лежат. Наверное, вороны клюют их и стучат по крыше, закричали ребята. Постойте, а в дверь кто стучал? Говорю я. «Да», — говорит Костя, — «зачем это воронам понадобилось в дверь стучать? Вы еще скажите, что вороны нарочно в дверь стучали, чтобы мы их переночевать пустили». На это никто не мог ничего ответить. Все побежали на крыльцо и стали осматривать дверь. Витя поднял с крыльца ягоду и сказал, «Они не стучали в дверь. Они клевали на крыльце ягоды, а вам показалось, что стучат в дверь». Мы посмотрели, на крыльце валялось несколько ягод рябины. «Храбрецы!» – смеялись над нами ребята. «Втроем испугались вороны!» «И совсем не втроем, а вдвоем!» – говорю я. «Мишка спал, как убитый, ничего не слышал!» «Молодец, Мишка!» – закричали ребята. «Значит, ты один не боялся вороны?» «А я ничего не боялся!» – ответил Мишка. «Я спал и ничего не знаю!» С тех пор все считают Мишку храбрецом, а нас с Костей трусами. Thank you.
Только что прозвучала юмористическая скерца Сергея Прокофьева. А на фотографии вы видите Агнию Барто. И думаю, что любой из вас сейчас сможет прочесть стихотворение этой замечательной поэтессы. Итак, начнем. «Уронили Мишку на пол». Конь брошу. А кто-нибудь может начать первый какое-либо стихотворение Агнии Барто? Сейчас. Кто-нибудь из вот этих вот товарищей. Я понимаю, что родители могут. Так. Дело было в январе. Стояла елка на горе, а возле этой елки бродили злые волки. Какая ты молодец. Прямо, ты знаешь, ты сразу пошла по сложным стихотворениям Барто. А кто еще может? Вот еще, да, пожалуйста. Качок качается на ходу. Ах, доска качается. Сейчас я упаду. Вот, и все вы большие молодцы. И вот еще один у меня хочет слушатель рассказать. Давай. Лошадку притяжу ей шортку грянку, прыжком просадку и верхом поеду в гости. Молодцы! Вы знаете, у Агнии Барто есть еще одно замечательное стих. А ты хочешь сказать стихотворение? Ну давай. Идет бычок, качается, вдыхает на ходу. Эх, доска кончается, сейчас я упаду. Ну вот, грустная, но он не упал, я надеюсь, да, он остался на досточке. Ой, дорогая, мы сейчас послушаем еще одно стихотворение попозже, да, про красную шапочку. Значит, я хочу вам сказать, что есть замечательное стихотворение «Снегирь» Агнии Барто, и композитор Крюков создал чудный романс на это стихотворение. Давайте мы его послушаем. Я не дал покой птицу, что теперь ее спеться мне. И соли ты сон,
я думаю, многие узнали себя, правда? Завершая разговор о Сергее Прокофьеве, мы немножко вспомним оперу «Буффа». «Буффа» — это значит веселая, комическая опера «Любовь к трем апельсинам», которая была написана по мотивам сказки Гоццы. Известную музыку «Марш» Сергея Прокофьева из оперы «Любовь к трем апельсинам». Композитор Арам Ильич Хачатурян. При всей серьезности этого композитора ему принадлежит несколько циклов пьес для детей, а также прекрасная музыка к балету ГНЭ, балету «Спартак». Но сейчас мы будем говорить именно о музыке к балету ГНЭ. Музыкальные темы из этого балета настолько популярны, что я уверена, вы это все слышали, одну из известнейших тем в мультфильме. Саблями из балета ГНЭ Арама Хачатуряна. А сейчас мы послушаем танец девушек из этого же балета.
наша последняя на сегодняшний день литературная встреча будет с писателем Виктором Драгунским. Но я уверена, все вы читали хоть что-то из Денискиных рассказов, правда же? Виктор Драгунский, англичанин Павля. «Завтра 1 сентября, — сказала мама, — и вот наступила осень, и ты уже пойдешь во второй класс. Ой, как летит время!» «И по этому случаю, — подхватил папа, — мы сейчас зарежем арбуз». Он взял ножик и взрезал арбуз. Когда он резал, был слышен такой полный, приятный зеленый треск, что у меня прямо спина похолодела от предчувствия, как я буду есть этот арбуз. И я уже раскрыл рот, чтобы вцепиться в розовый арбузный ломоть, но тут дверь распахнулась, и в комнату вошел Павля. Мы все страшно обрадовались, потому что он давно уже не был у нас, и мы по нему соскучились. «О, кто пришел, — сказал папа, — сам Павля, сам Павля Бородавля!» «Садись с нами, Павлик, арбуз есть, — сказала мама. — Дениска, подвинься!» Я сказал «Привет!» и дал ему место рядом с собой. «Привет!» — сказал он и сел. И мы начали есть. И долго ели, и молчали. Нам неохота было разговаривать. О чем тут разговаривать, когда во рту такая вкуснотища? И когда Павле дали третий кусок, он сказал: «Ой, люблю я арбуз. Даже очень. Мне бабушка никогда не дает его в волю поесть». «А почему?» – спросила мама. «Она говорит, что после арбуза у меня получается не сон, а сплошная беготня». «Правда», – сказал папа. «Вот поэтому мы едим арбуз с утра пораньше. К вечеру его действие кончается, и можно спокойно спать. Ешь давай, не бойся». «А я не боюсь», – сказал Павля. И мы опять занялись делом и опять долго молчали. И когда мама стала убирать корки, папа сказал: «А ты чего, Павля, так давно не был у нас?» «Да», — сказал я. «Где ты пропадал? Что ты делал?» И тут Павля напыжился, покраснел, поглядел по сторонам и вдруг небрежно так обронил, словно нехотя: «Что делал, что делал? Английский изучал, вот что делал». Я прямо опешил. Я сразу понял, что я все лето зря прочепушил. С ежами возился, в лапту играл, пустяками занимался. А вот Павля, он времени не терял, нет, шалишь, он работал над собой. Он повышал свой уровень образования. Он изучал английский язык и теперь, небось, сможет переписываться с английскими пионерами и читать английские книжки. Я сразу почувствовал, что умираю от зависти. А тут еще мама добавила: «Вот, Дениска, учись, это тебе не лапта». «Молодец», — сказал папа, — «уважаю». Павля прямо засиял. К нам в гости приехал студент Сева. Так вот, он со мной каждый день занимается. Вот уже целых 2 месяца. Прямо замучил совсем. «А что, трудный английский язык?» — спросил я. «С ума сойти», — вздохнул Павля. «Еще бы не трудный», — вмешался папа. «Там у них сам черт ногу сломит. Уж очень сложное правописание. Пишется Ливерпуль, а произносится Манчестер». «Ну да», — сказал я. «Верно, Павля?» «Прямо беда», — сказал Павля. «Я совсем измучился от этих занятий. Похудел на 200 граммов». «Так что ж ты не пользуешься своими знаниями, Павлик?» — сказала мама. «Ты почему, когда вошел, не сказал нам по-английски «здрасте»?» «Я «здрасте» еще не проходил», — сказал Павля. «Ну вот ты арбуз поел. Почему не сказал «спасибо»?» «Я сказал», — сказал Павля. «Ну да, по-русски-то ты сказал, а по-английски?» «Мы до «спасибо» еще не дошли», — сказал Павля. «Очень трудное правописание». Тогда я сказал: «Павля, а научи-ка меня, как по-английски, раз, два, три». «Я этого еще не изучил», — сказал Павля. «Ну что ж ты изучил?» — закричал я. «За 2 месяца ты хоть все-таки что-нибудь-то выучил?» «Я изучил, как по-английски, Петя», — сказал Павля.
Ну, как? Пит, торжествующе объявил Павля. По-английски Петя будет Пит. Он радостно засмеялся и добавил: вот завтра приду в класс и скажу Петьке Горбушкину: Пит, а Пит, дай ластик. Небось, рот разинет, ничего не поймет. Вот потех это будет. Верно, Дениска? Верно, сказал я. Ну а что ты еще знаешь по-английски? Пока все, сказал Павлик. В конце нашей программы мы хотели бы вспомнить ярчайшего композитора-песенника, автора огромного количества саундтреков к фильмам, Исаака Дунаевского. Мы сейчас вместе с вами, попробуем вместе с вами, я надеюсь, все-таки кто-то еще помнит эту песню, споем песню из фильма «Дети капитана Гранта». Предвкушение путешествий и надежду на то, что следующее лето будет прекрасным. А сейчас я хочу представить вам наших замечательных исполнителей: Валерия Бушуева, сопрано, Артем Затиев, художественное слово, фортепиано, Зиновия Нестеренко, скрипка, Алексей Шипунов, кларнет, медиаподдержка Валентина Елисеева, редактор программы Маргарита Попова, фотограф проекта Эмиль Матвеев, спонсор трансляции «Большая музыка в каждый дом» банк ВТБ ПАО. Трансляцию осуществляет медиадепартамент Московской государственной консерватории. Спасибо! Автор и ведущая программы Ксения Бондурянская. Дорогие друзья, мы желаем вам прекрасного вечера. Мы желаем вам открытий музыки, книг, фильмов, замечательной литературы, потому что это самое важное, что сейчас вы можете открывать.
И мы ждем вас в этом зале 21 октября на следующей программе нашего цикла. Всего вам доброго!